Привет зрителям моего канала. Сегодня у нас рубрика «Рыбалка». Я отправился на одно из озер Городокского района. Будем ловить щуку. По прогнозу, сегодня ветер северный, северо-западный, умеренный, переменная облачность. На озере сейчас плюс 10 градусов. Осень набирает свои права. Итак, я на озере, кинул пару кружков в берегу, и сейчас попробую по глубине пройтись, посмотреть. Я смотрел карту глубин этого озера, значит, в той части, по карте получается, должна была быть глубина где-то под 6 метров, но я тут промерял это дно и такой глубины не увидел. То есть, ну, максимум где-то 3,5 метра, не знаю, может быть, лет 30 назад, когда составлялась эта карта глубин, там и было 6 метров, но сейчас где-то 3,5 я видел, не больше. Если кто-то знает это место, где это такая большая глубина под 6 метров, ну, тогда напишите мне в комментариях. Ну что ж, плывем по глубине, пускай здесь кружки работают. Здесь в берегу ставлю живца помельче, а по глубине уже буду больше размер. Итак, запустил я флотилию по глубине из нескольких кружков. Стоит ветер, ну как, не сильный, но присутствует. Лодку так несет вообще хорошо. Встал на якорь, груз кину. Буду наблюдать. Вроде бы как дорожат одни там, слышно мотор работает и разговоры, но так больше людей на озере не видно. Чайку выпить. Есть, ребята, первая сработка по глубине. Сейчас поплывем проверять. К берегу пока глухо. Вот он, кружок наш. Не крутит его. Может, уже размотал. К сожалению, как вытягивать, проверять буду, я не сниму, потому что снимаю на телефон. Сами понимаете, одной рукой это делать неудобно. Ну, может быть, ложное, сейчас проверим. Оказалось ложное, может, окунек балуется. Пустил опять над этим местом, пускай еще раз пройдет. Посмотрим. На берегу сработал кружок. Красненький. Ну там уже, наверное, 100% запутало все. Получится ли ее вытащить, не знаю. Ну, будем проверять. Стоит на месте, не мотает. Либо бросила, либо затаилась. Запутала, замотала хорошо. Нет никого. Никого. Короче, сейчас, наверное, пускай по глубине кружки проплывут и перенесу я сюда их все.
Иначе он так будет запутываться. Заплыл и перевернулся кружок. Пока что не мотает. Там на глазах смотрю, стал наклоняться, наклоняться. И раз, перевернулся. И пока стоит на месте. Заглатывает наверх. Смотрю, как-то подозрительно он на бок стал медленно ложиться. Ну, если медленно, я думаю, что дело херово. Наверное, она неактивная какая-то. Ну, сколько она так будет? Вот она есть. Небольшенькая. Но, походу, придется забрать, потому что крючок уже, смотрю, в жабрах там. Вот такая щучка. Все это время она заглатывала. Не, ребята, все, ей трындец. Вон крючок, кишки уже тянутся. Очередная покровка на том же самом месте. Поплыву проверять. О, от живца транты остались. Она его выплюнула. Выплюнула. О, жабры расплющила. Ну, попробуем изловить. Крученный поводок, конечно, не есть хорошо. Так, ловить. Перебазирую три кружка в другое место. Поскольку сработок больше как бы в кувшинках. И только одна была в камыше. Живцовочку закину. Шестая поклевка была. Вот вторую поймал. Ну, мелкая щука, травянка. Ну, на глубине я знаю, что тут есть получше рыба. Но один раз прогон сделал, но неохота мне в ветер там кататься. И одна поклевка была, кружок той же стороной стоял. Ну, то есть он два раза перевернулся, поэтому я не видел поклевку. Там уже было пусто. Вон в траве седьмая поклевка уже. Ну, конечно, телефон снимать это не дело. Вон он красненький виднеется. Будем проверять. Вот. Спорола ему брюхо щука. И сбежала. Ладно, сейчас проверим. Это местечко более основательное. Очередная поклевка. Давно сюда не подплывал.
Сейчас будем проверять. Нифига, сбило живца. Стоять надо рядом с кружками, они у меня на две группы разбиты. Поэтому такая ерунда происходит. Ну что ж, 12 часов дня. Пора потихоньку скручиваться. 8 поклевок. 2 поймал. Ну, поймал бы больше, если бы ставил кружки не в разных частях озера. Поскольку кружки были в разных частях озера, ловил я в траве травянок. Эту щука быстро утягивала, запутывала леску и уходила. Ну ничего, рыбалка состоялась. На природе побывали. Все отлично. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.